И снова Ульяновск в кадре. Питерская кинокомпания 3X Media снимает второй сезон остросюжетного детектива «Первый отдел». Премьера первого сезона сериала состоялась в ноябре прошлого года. Сериал вызвал большой интерес у зрителей. Нам интересно снимать в регионах, потому что мы свежим взглядом видим интересное, симпатичное, приятное в этих городах и очень хотим это показать людям. Потому что наши главные герои, они столичные ребята. Петербург, пусть будем так считать, что все-таки столичные. И получается, что зрители их глазами в том числе тоже видят регионы. К слову сказать, сериал снимается при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. И первой площадкой в Ульяновске для съемочной группы стало непосредственно Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области. Затем группа переместилась в гостиницу «Волга». Здесь к СМИ вышли главные герои сериала, которых играют Иван Колесников и Сергей Жарков. Иван Колесников исполняет роль полковника Юрия Ивановича Брагина, который переведен в Санкт-Петербург на должность старшего следователя по особо важным делам. Как охарактеризовал своего героя Иван Колесников, это некий Бэтмен. Это достаточно трудно осуществимая история в наше время, потому что он такой честный правдоруб, достаточно прямолинейный, правдивый, который пытается навести некий порядок максимально, насколько это возможно, в стране. Главный герой в сериале работает в тандеме с подполковником МВД Михаилом Владимировичем Шибановым, роль которого исполняет Сергей Жарков. Как сказал Иван Колесников, они друзья по жизни, дружат с семьями. В Ульяновске мы будем снимать две серии, 10-11, по-моему, да, 10-11 мы сейчас снимаем. Определенное некое дело, которое было в Следственном комитете, и мы вот его таким образом сейчас будем показывать. Кинокомпания будет работать в нашем городе 4 дня. Режиссер немного рассказал, какие локации будут задействованы в Ульяновске. Сейчас, конечно же, Волга. Конечно же, мы вылавливаем труп на Волге. Ну, а как без этого? Вы уж извините. Два завода у нас. Даже такой открою вам секрет. Мы даже одну московскую локацию снимаем в Ульяновске. Не только именно Ульяновск. Ну, вот улицы, конечно. По словам режиссера, следующие серии сезона будут снимать в других городах России. Сам сезон выйдет в прокат только в следующем году. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.